Но полезнее всего есть на завтрак. Правильно, кашу. Овсянку, я признаюсь, не очень люблю, а вот рисовую варю регулярно. И цветам не ленюсь, тоже готовлю. Беру 100 граммов сырой крупы. Добавляю 2 литра воды и все это измельчаю. Рисовая вода как эликсир для растений, они быстро начинают цвести. Видите, сколько цветов выпустил мой спатифилум? Это все благодаря рисовой подкормке. Кстати, орхидеи и антуриумы ее тоже любят. Только не закармливайте ваши растения, угощайте их раз в 2-3 недели. Этого будет достаточно, чтобы получить такой результат.